Привычкой скрываться инспекторы по розыску ГИБДД дважды задерживали череповчанку, которая уезжала с места аварии. Первое ДТП произошло 26 ноября. Водитель Kia Sportage сбила женщину, а затем сбежала. Ее нашли. У виновницы ДТП имелись признаки опьянения, но проходить тест на алкоголь отказалась. Суд лишил 36-летнюю женщину водительского удостоверения сроком на 2 года. Также был составлен материал и ведется расследование за причинение вреда здоровью. Очевидно, после этой истории горожанка выводов не сделала и уже через короткий промежуток времени вновь отличилась на дороге. Разбила 2 машины и тоже скрылась с места ДТП. За все проступки суд назначил наказание 3,5 года лишения прав и штраф. Расследование по факту причиненного вреда продолжается. Машина оказалась на тротуаре после столкновения. Авария произошла накануне утром в Череповце на пересечении улицы Ленина и Луначарского проспекта. Столкнулись автомобили Ford и Hover. Как рассказал водитель Ховера, он двигался по главной дороге в сторону Максима Горького. Ford ехал по проспекту Луначарского со стороны парка Kia. Водитель Ford не пропустил машину, которая имела преимущество в движении. После удара Ховер вынесла на пешеходный тротуар. В аварии никто не пострадал, все обстоятельства сейчас устанавливаются. По данным ГИБДД, большинство столкновений с пострадавшими происходит именно по причине несоблюдения приоритетов движения. Инспекторы призывают строго соблюдать дорожные знаки, а также следовать сигналам светофора. Опять блокируют движение. Горожане в социальных сетях обозначили проблему. Выезд на перекресток, где образовался затор. Так поступают многие водители. Цель – побыстрее доехать домой. В итоге блокируют движение, увеличивают затор.